спросила, сколько. Здрасте. А галоша ходит? Да, 15 минут. А тебе на какой хрен за там? А в этом году заливала затон? Сейчас залитый стоит. А где? Погуляйте, увидите. Да, идти надо. Кто знает? Вот прямо туда. Питов не знаю. Через детскую площадку, если вам надо в воду посмотреть. Иди-ка сюда. Один путь остался у нас. Да. Вот один, одна дорога у нас, и можно вот там еще пройти. Вот видите, вот там вода. Стоит. А она летом уходит? Да. Как... А в домах из-за вот этой воды бывают какие-то плесень там или еще влажность, что-то такое? Как у нас полный подвал воды, так думайте, сами все там бывает. Обалдеть, это весь огород в воде стоит. Тут огород, что ли? Да. Вот вам рис надо сажать. Рис, точно, вам надо рис выращивать. Очень глубоко, мне кажется, для риса. Как-то там по колено. И сараи все в воде, обалдеть. А как же здесь сажают? Здесь, наверное, уже ничего не сажают, да? Сажают, да? В июне месяце вода уходит и сажают в конце. Вот видите, вот тут у нас дорога. Это дорога? Да. Это дорога на белую? Да, на белую дорогу. Сейчас туда по ней уже не пройти. Не сейчас. А есть тут что-то, магазин или где люди покупают продукты? Есть. Как вы завоз повозят на галоши. А цены такие же, как в городе, или выше делают? Выше, конечно. Как? За выбыток тебе никто работать не пишет. Вот вам вода у дома. Точно. Подъезды сможете купить. Мы ездим на лодке. Да? Да, да, до сухого места мы доезжаем, а там пешком. Вот там между домами можно. Там тоже огороды полностью все затоплены. Вот прошлые. Смотри, лодочки-то у каждого дома стоят. А лодки-то как? Они общие на дом или у каждой семьи как? Нет, у каждого хозяина своя лодка. Спасибо большое, Нина. Ну, мы с вами еще увидимся обратно на галоши. Да-да-да, в 11 часов мы поедем. Спасибо. Спасибо. Это удивительно, но они проводят ремонт вот этих вот домов зачем-то. Вместо того, чтобы переселить отсюда людей. And boats are everywhere. Every family has its own boat. Ну, труба какая. Like people like it. Thank you.
Здрасте. No matter what, people still try to garden, to grow plants, vegetables. You see, it's a green onion, I think. They grow strawberry here. We found very interesting case, box case. But I think it's locked. It's the key because that... На русском? Это по-английски. Ребят, если среди вас есть те, кто умеет замки взламывать, пожалуйста, напишите нам. Мой черный чемоданчик. У кого-то огородики конкретно затопило. Местные нам сказали, что несколько лет назад здесь был магазин. Столовый. А, магазин и столовая. Это все, что от них осталось. Я поняла, почему здесь везде мусорка. Потому что до настоящей мусорки, которая находится вот там, дойти невозможно. Зайца распяли. Добрый день. А вы здесь живете? Да. В Затоне, да? Много лет? 34 года. У меня ребенки вот здесь. Вот. Бывает затапливает, только здесь остается. Вот машину выставил, чтобы не затопило. А не хочется отсюда уехать? Все-таки такая разруха кругом как-то. Нет. Привыкли уже? Нет. Не хочу. Здесь рыбалка, природа у нас нет. А, понятно. Спасибо. Это единственный магазин на весь поселок. Ага. Захотел хлебушка? Нет тебе хлебушка. Альма-Матер, храм знаний. Большая школа была. Якорь. О, это якорь! Это якорь! С якорь с крыльями. Химзащита. С 5-го года. С 63-го? Так давно здесь поселок стоит? Конечно, поселок-то знаете какой был. А здесь был весь Затон, пароход. Здесь речной флот стоял. 30 единиц флота стоял. И поэтому рядом работали, ремонтировали. Мастерские были, все цеха, теперь ничего нет, все ликвидировано, все. Я работала бухгалтером. Работы нет и людей нет. У нас осталось уже, наверное, 100 человек. Но было 1500. Прошли все дома пустые. Большая вода вот здесь была. Который год уже? Клуб был ведь у нас, все, дом. Все было. Кино показывали. Амбулаторию. Дом все было. Тоже был. Ну, клуб здесь был. А, вот он так называется. Ну, не хотите? В смысле по рублю, как это? За рублю. А почему? Чтобы коммуналку не платить, чтобы сбагрить уже, да? За коммуналку. Ну, примерно. 7,5 я вот 2 месяца назад. Месяц. Все квартиры куплены на материнский капитал, и никто не живет. Ну, понятно. Все пустые. Просто обналичить, да, деньги, чтобы за капитал? Да. Жалко, никто не платит. Красиво. Посмотришь, одни домики кругом. Интересный дизайн. Запихнули окна внутрь дома, хотя вокруг столько света, столько пространства. Но в подвале сидеть гораздо интересней. Здесь такой холод и сумрак. Мне кажется, открыты двери.
строили на подпорках, потому что заливало водой. И у каждого в семье опять же лодочка. Такое каноэ. А?